Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медуслуг оказывается исключительно сестринским персоналом. В этот день мы посетили Кашхабльскую поликлинику, и вам, нашим телезрителям, мы расскажем сразу о нескольких медработниках, которые на протяжении многих лет посвятили себя этой гуманной профессии и выполняют свои обязанности, отдавая частичку себя. Марьяна Изугова работает в процедурном кабинете вот уже 26 лет. Она ответственная и надежная, обладает такими качествами, как сострадание, добросовестность и честность. Сколько лет вы уже работаете медсестрой? 26-й год уже работаю в этой больнице с 91-го года. В других больницах не работала. Какое место в вашей жизни занимает профессия? Ну, можно сказать, это основной смысл моей жизни. Вся жизнь проходит на работе. А какое отношение у вас с пациентами? Как вы их принимаете? Ну, я думаю, хорошее отношение. Не знаю, вроде все уважают, всех уважаем. Взаимоотношения вроде нормальные. С стороны пациентов жалоб никаких не было. Все было как бы нормально. В основном, если какие-то проблемы, то из-за очереди. Людей всегда много, волнуются, между собой ругаются, бывает такое. Но тоже нормально все проходит. Что вы хотите пожелать молодым работникам? Удачи, успехов, благополучия, терпения к пациентам. Они все больные, мы должны их и выслушать, и выдержать, и стерпеть, как говорится, чтобы никто не обиделся. Работа медсестры, как правило, эмоционально насыщена. Ведь пациенты, больные люди, зачастую, они словно дети, требуют повышенного внимания и заботы. Жанна Нахушева проработала медсестрой в перевязочном 20 лет. И уже 10 лет на дневном стационаре она обслуживает пациентов. Наверное, я могла бы быть кем-то другим, состояться в другой, более успешной профессии. Но все это было бы не мое, говорит она. Мой коллектив, моя больница, все проблемы и радости – вот моя настоящая жизнь, которую я ни на что не променяю. И в свой профессиональный праздник со словами поздравления нашей героини обращается к коллегам. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех медицинских сестер с нашим профессиональным праздником – День медицинского работника. Значит, желаю всех благ, здоровья, счастья, процветания в семьях. Крепкого здоровья, удачи, успеха, благополучия в личной жизни. Не менее теплых слов и пожеланий хочется сказать и Ашемсет Паповой, которая посвятила работе медицинской сестры 36 лет. Ашемсет окружает заботой и вниманием всех, выполняет свои трудовые обязанности добросовестно, является примером подражания для многих молодых специалистов. И в этот день хочется поздравить всех медицинских сестер с их профессиональным праздником, пожелать здоровья, бодрости духа и терпения во всем и всегда.